Я достатньо глибоко изучив. Це втілення, а не заміна Мінську. Мінські домовленості існують, і важливо, щоб вони були реалізовані. Як я це розумію, мова йде про те, щоб знайти шляхи їх втілення. Цитату продемонстрували, тепер ваш коментар. Достатньо глибоко изучав предложення Садіка, воно, в принципі, доволі таке інтересне. В некоторых моментах там часть формулы Штайнмайера, если кто-то еще помнит, в чем она заключалась, часть специфических таких моментов, связанных с последними инициативами, вводом миротворческого контингента и так далее. То есть, мне кажется, эта идея такая неплохая. Но реализовать ее как на внутриполитическом, так и на международном уровне сейчас не предполагается и вообще не представляется возможным, поскольку у нас все заняты выборами внутренними. Российская Федерация, естественно, не пойдет навстречу по каким-то там примитивным даже уступкам. Я не верю в то, что США и Россия могут найти консенсус в Организации Объединенных Наций по поводу ввода миротворческого контингента. Прежде всего, этим странам нужно задавать вопрос касательно ввода миротворческого контингента. Если бы они нашли консенсус, мне кажется, на политическом уровне, на украинском таком политическом уровне, на уровне руководства, это можно было бы даже рассмотреть и реализовать. Но на сегодняшний день я не вижу желания у американцев и россиян разговаривать. Более того, мы видим тенденции к ухудшению отношений между двумя этими странами. Ситуация в Венесуэле, я думаю, в ближайший год-два еще много точек горячих увидим во всем мире, где американцы и россияне будут ставку делать на одного политика, потом на другого политика, и противостояние будет обостряться. В таких условиях вероятность консенсуса по Донбассу крайне низка. И более того, я скажу, к сожалению, на сегодняшний день вот украинские политики, всех, если взять кандидатов, то практически абсолютное большинство, они обходят тему Донбасса стороной. Я имею в виду тему урегулирования конфликта. Кто-то из них говорит о поддержке переселенцев, кто-то говорит об воинах АТО, либо о тех и тех поддержке. А президент говорит про холодный мир. Вы как это? Ну, это очень сложная формулировка. Я же не знаю, откуда он ее взял, с какого учебника или книги, кто ему подсказал. Это такая смесь какая-то холодной войны и мира. То есть очень сложно понять саму. Это кто-то заявлял, до речи, формулировку саму. Это словосполучение уже существовало. И еще сложнее понять, что вкладывается в это словосочетание. Mm-hmm. Поэтому я думаю, что на сегодняшний день все политики украинские, абсолютное большинство, не хотят вообще предлагать никаких пошаговых планов урегулирования конфликта на Донбассе. Даже пусть и нереальных. Но я могу назвать 4, по-моему, кандидата, которые хоть как-то об этом говорят. Это Юлия Тимошенко, Будапешт плюс, да, бессмертный Роман, у него есть такая интересная формулировка о переговорах прямо с Россией по гуманитарным моментам. Вилку предложил миротворческий контингент, но в присутствии 6 стран, 3 от СНГ, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и 3 от Европы, нейтральных Австрии, Швеции и Финляндии. И еще у нас Бойко предлагает прямые переговоры с Россией, с сепаратистами. Все. Президента позиция, она, ее как таковой нет по Донбассу. Она традиционная. Санкции, санкции, санкции. Но это любой кандидат может об этом говорить. Это понятно. Санкции – это наказание России за ее действия в Крыму. И, конечно, их нужно усиливать. И я это поддерживаю. И тут все их поддержат. Вопрос в альтернативном каком-то плане дорожной карты урегулирования конфликта. Хотя бы пусть и в каком-то нереальном, показать, где наши степени консенсуса, к чему мы можем хотя бы пойти на какую-то уступку. Судя по всему, Минские соглашения, которые президент фактически подписал, да, доверив полномочия Леониду Кучме, сама же власть их и критикует сейчас. Это вообще парадоксальная ситуация. То есть они говорят о том, что главный тезис власти заключается в том, что Минские соглашения сыграли свою роль в 2014 году, они остановили войну. Да, я с этим согласен. А дальше? Остальные пункты для кого вы писали? Вы же с Путиным сидели там 24, по-моему, часа, о чем-то разговаривали. Сейчас мемуары вышли. Они сейчас поясняют, что они оттягнули час, потому что тогда первый Минск был после Іловайську, другий был під час Дебальцевского. Да, если верить котла. Представителям и тому, власти. И в данном случае они говорят, на той час это было единственное правильное решение. Я не спорю. Так если верить представителям власти, что задача Минских соглашений заключалась в том, чтобы остановить обострение ситуации, так надо было написать это в преамбуле и все. Mm-hmm. И дальше пункты не обговаривать о выборах, о каких-то спецстатусах и так далее. А теперь мы все критикуем эти Минские соглашения. Сами представители парламентского большинства критикуют, при этом не предлагая альтернативы. Вот в чем парадокс.